Свой первый совместный сезон фактически этим стартом начинают Екатерина Гениш и Дмитрий Чигирев из школы вдохновения. Тренируются они под руководством Нины Мозер. И сейчас нам покажут танец аргентинских пастухов гаучо, смелых ковбоев и мастеров верховой езды. Ну что, по-моему, очень классно воплотили стиль танца аргентинских ковбоев гаучо, который называется маламбой, который родился в аргентинских пампасах в 1600-х годах нашего тысячелетия. Екатерина Гениш и Дмитрий Чигирев впервые катают они этот танец в нынешнем сезоне. Ну, точнее, второй раз впервые на этапах серии Гран-при. А предложил, собственно, эту тему Рамиль Мехдеев, который много лет исполнял этот танец в ансамбле Игоря Моисеева. Как вам перенос на лед? На мой взгляд, получилось очень достойно. Да, достойный прокат короткой программы, прям высоченные прыжки. Мы видели тройной флип параллельный, подкрутка очень высокая. Все элементы видно, что прям отработанные, чистым образом исполненные. К сожалению, вот выброс, случилось падение, конечно, немножко омрачило тот такой позитивный настрой, который подарили ребята с самого начала короткой программы. Такие ковбои, яркие, энергичные. Вот мы видим этот параллельный, очень сложный элемент, тройной флип. Но видите, как и женское одиночное катание, и мужское развивается, так и парное катание развивается. Если раньше мы видели лишь параллельные тулупы или сальховы, или если берем еще до этого времени двойные аксели, то сейчас мы видим уже и флипы, и бутсы. И на прошлой неделе, комментируя этап, первый этап
Гран-при России мы видели очень сильный технический прогресс в парном катании. Не за горами уже будут и четверные выбросы. Они уже были. Ну, похоже, что дело идет к тому, что они рано или поздно все равно вернутся, прогресс не остановить. Вот уже на этом этапе Федор Климов, в недавнем прошлом представлявший нашу страну в Международном союзе конькобежцев, отметил, что развитие четверных выбросов и подкруток остановилось из-за того, что была снижена их стоимость. Но сейчас, когда многие пары имеют очень схожий технический набор, все равно дальше, чтобы выигрывать, недостаточно только чисто кататься, нужно брать чем-то следующим. А следующим шагом, опять же, увеличение технической сложности. Никуда от этого не уйти, просто сейчас оно идет несколько медленнее, чем могло бы идти в случае, если бы эти элементы имели более высокий вес. Ну, а мы видим, что и Нина Мотор сейчас находится в Кисне-Крае. Я по информации смотрю, что и Игорь Чудин работает в группе Нины Мотор, и Жавнирский Владислав. То есть это те спортсмены, с которыми я еще не то что соревновался много лет назад, но наши линии пересекались. И сейчас, конечно, все для того, чтобы фигурное катание развивалось дальше. Спасибо ребятам, которые вот так не отходят от своего основного дела.